В Пекине тестируют роботов-курьеров. Все больше интернет-магазинов доставляют своим клиентам покупки с помощью новейшей разработки компании Gen Robotics. Все подробности в материале далее. Заказы в интернете жителям Пекина теперь доставляют роботы-курьеры. Такой умный малыш способен автоматически выбирать оптимальный маршрут, объезжать препятствия на дороге и следить за сигналами светофора. Разработку китайской компании Gen Robotics уже взяли на вооружение крупнейшие в стране онлайн-ритейлеры. У нас нашел система GPS с камерами и радаром. Как только заказ сделан, робот отправляется в путь. А уже через 15 минут он в пункте назначения. Когда речь идет о перевозке на небольшие расстояния, его преимущества очевидны. Способность разгоняться до 12 км в час при полезной нагрузке в 30 кг позволяет этим желтым лошадкам доставлять небольшие посылки быстрее и дешевле традиционных транспортных служб. Специалисты уверены, в ближайшем будущем они станут существенным подспорьем в работе курьеров. В Китае ежедневно отправляют огромное количество посылок, и по прогнозам этот показатель будет стремительно расти. У нас просто не хватит людей, чтобы вовремя доставлять все покупки. Эти роботы помогут компенсировать недостаток рабочих рук. Ну а пока нововведение на стадии тестирования. Заказы доставляют в пределах пекинских микрорайонов. Как только робот приближается к месту назначения, покупатель получает уведомление о его прибытии. Забрать посылку он может с помощью системы распознавания лиц или пароля, который вводится в мобильном приложении. Единственное неудобство – заказ придется встретить на улице. Доставлять покупки прямо в здание эти шестиколесные помощники пока не умеют. Ань Ганджань, Си Цзитянь.